увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг. Оно и правда, хотя воочию все же интересней. Просторы Самарской области поражают своей красотой. И порой мы даже не представляем, насколько удивительна и загадочна Самарская земля. Ваш спутник Гермес поможет вам разглядеть все очарование нашего края. Помимо классических обзорных экскурсий с посещением бункера Сталина, с посещением музея «Самара Космическая», мы предлагаем и тематические экскурсии по городу, с посещением музея-усадьбы Алексея Толстого, с его интерактивной программой «Золотой ключик». У нас есть замечательный музей полиции, музей банковского дела. В конце программы однодневного тура мы, как правило, завершаем с туристами посещением и подъемом на смотровую площадку ЖД вокзала. Такие экскурсии интересны не только туристам из других городов, но и нам, жителям Самарской области. Школьники, студенты, дети и взрослые. Для каждого найдется удивительная программа. Музеи, памятники архитектуры, природные заповедники. Вы увидите все вместе с вашим спутником Гермес. Наша Самара интересна многим, и компания «Спутник Гермес» с радостью знакомит с ней жителей другого региона. Недавно ваш спутник встречал группу из Арзамаса. На знакомство с Самарой у них был всего один день, но это был очень насыщенный день. Встретились мы с утра на железнодорожном вокзале и отправились сначала смотреть, наверное, советский и постсоветский Куйбышев, современную Самару. Отправились мы сначала в Октябрьский, в Советский, в Кировский район, и потом уже вернулись в старый город. В старом городе мы посмотрели традиционную обзорную экскурсию по самым интересным и значимым местам. Экскурсоводы поведали самые интересные легенды. Ребята узнали, когда и кем создавалась Самарская крепость, почему Самару называли Иерусалимом на Волге и русским Чикаго. После обзорной экскурсии группа отправилась в музейно-выставочный комплекс «Самара космическая». Здесь можно увидеть настоящие артефакты и модели ракет. Ребята с неподдельным интересом вслушивались в каждое слово гида. Кушать там можно даже вниз с головой, там не понесли вообще, там такой понесли. А как же элементарно, просто ножкой, там масса густая. Прикоснувшись к космосу, помчались дальше, в культурно-выставочный центр «Радуга». Для каждой группы компания «Спутник Гермес» придумывает индивидуальную программу, учитывая интересы туристов. Только самые увлекательные маршруты, самые эрудированные экскурсоводы. Время вместе с вашим спутником Гермес пролетает незаметно, оставляя только яркие эмоции. В Самаре я первый раз, и экскурсии мне очень понравились, но больше всех мне запомнилась экскурсия в ракетном здании, экскурсия о строении ракет. Мы приехали сюда классом, мы поездили по городу, познакомились с соборами. Экскурсовод нам очень понравился, давал очень обширную, хорошую информацию, и я все понимала. Мне понравилось. Вот уже несколько лет подряд компания «Спутник Гермес» открывает сезон путешествий в Самарскую Луку сборным автобусным туром на вербное воскресенье в село Виновка. Этот светлый праздник – прекрасный повод, чтобы посетить Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь и прикоснуться к святыням. Так, в этом году у наших туристов, паломников, будет возможность прикоснуться к исцеляющим мощам святителя Луки Крымского. Это выдающийся хирург и удивительная личность в православной истории России. Путешествие на Волжский Афон началось от Барбошиной поляны. Ранним утром туристов поджидали комфортабельные автобусы и приветливые экскурсоводы компании «Спутник Гермес». В пути туристы могли узнать много интересного о национальном парке «Самарская Лука». По приезду в монастырь каждый желающий мог заказать различные требы и побывать на водосвятном молебне, приложиться к чудотворным иконам и попросить у Всевышнего здоровья своим родным и близким. Экскурсия по монастырю, посещение трех храмов, вы познакомитесь с музеем, укладом жизни монахов, ну и, конечно, побываете на колокольне и запечатлите потрясающую панораму Жигулевских гор и Волги. Мы здесь первый раз, экскурсия очень понравилась, большое спасибо организаторам. Чисто случайно узнали, наша коллега по школе предложила, и мы решили собраться. В общем, у нас тут небольшой педагогический коллектив,
Вот, очень понравилось. Впечатление большое, хорошее. Пригласила знакомая, нисколько не пожалела. В этом монастыре первый раз, конечно, грандиозное такое сооружение. Понимаю, что это в таком святом, старинном месте. Вообще, дай Бог здоровья этим монахам, развиваться им и дальше. Но меня очень впечатлило, что может с нашей Волгой сравниться. И в таком месте красивым, такой красивый монастырь. Прекрасный экскурсовод, очень интересно читает, душевно. Пока ехали, не меньше часа дорога занимала. Всегда постоянно что-то рассказывал, все очень интересно и про христианство, и про историю края. Я довольна организацией, всем рекомендую. Для души ничего лучше не придумаешь. Эти места действительно необычайно красивые, живописные. Это стоит увидеть своими глазами. Уж поверьте мне, я там была вместе с вашим спутником Гермес. С началом летней навигации и летнего сезона туры в Винновку мы предлагаем в двух вариантах. Все это по реке Волге. Во-первых, на быстроходном теплоходе «Восход», который очень быстро идет до села Винновка, всего 40 минут. Второй вариант, более продолжительный, на теплоходе «Петр Алабин». Данная прогулка до села Винновки от речного вокзала города Самары продлится 2,5-3 часа. Следующий сборный автобусный тур состоится 11 апреля. «Космос на ладони». Посвящен он, конечно же, Дню космонавтики. Взрослых и детей мы приглашаем на 4-часовую познавательную экскурсию по городу, в ходе которой они узнают, когда и почему Самара называется столицей авиации и космонавтики. Хотите узнать побольше о нашем городе? Хотите познакомить с ним своих иногородних друзей и родственников? Желаете провести интересные познавательные выходные? Все возможно. Отправляйтесь на экскурсии вместе с вашим спутником Гермес.